Подпишите, пожалуйста, акт изъятия вещей. Вы тоже. Ничего не подпишу. Как это, Маня, ты не подпишешь? Ведь факт, что нашли. Не подпишу и все. Вениамин, это же тебе не контрольная закупка. Человек с Петровки пришел. Ваших подписей достаточно. Ее я заберу для официального допроса. Кто примет помещение? 5 минут, я распоряжусь. Вы тоже свободны. Спасибо. А ну, садись. Читай, Юрий, лучше. Что такое? Кому какое дело? Ложки, рюмки? Они что, грязные, заразные? Прекрасно вы понимаете, что санитарный осмотр закончился. Я не врач, а следователь. Ну что, ложки не видели? Смотрите. 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 Чайничек, пожалуйста. Смотрите, а теперь казните меня. Все посторонние для торговли предметы. Кому не мешают ложки эти? Алкаши ходят, конючи, дай выпить, дай выпить. Ну, сунул и забыл, ну что тут особенного? Сколько работы, но никогда такого не было. Какое мое преступление? Я что, левак схватила, разлив торгую? Это что ж такое? Вы со мной разговариваете? Не хотите? Крика не люблю. Ну, извините. Работа у меня грубоватая. Все с мужичьем. Теперь за них же вот неприятности. Вот хоть эти вещи. Приходит один рыжий такой с золотым зубом, говорит, купи. Я говорю, незачем мне. Тогда, говорит, так возьми. Дай, говорит, бутылку другую, после разочтемся. Я, говорит, с пьяной все равно их потеряю, а у тебя целей будут. Вот лежат недели две. Вещи краденые, взятые у вдовы академика. И не две недели, а 5 дней назад. Ну, знаете, это еще доказать надо. Хозяйка опознает, свидетели тоже. Сделаем обыск у вас на дому. Наверное, найдем остальное. Вранья я не переношу, Мария, как вас, по отчеству. Не старуха, что по отчеству, Маня. Так вот, я тоже мог бы соврать, Маня. Дескать, вора взяли, и он указал на вас. Но я врать не стану. Не взяли. Но возьмем. Потому что точно знаем, кто он таков. Ну, вот и вам личность знакомая. Совершенно даже не знакомая. Ох, Маня, не буду даже опознаний проводить, чтобы вам лишнего вранья не писать в протокол. У нас их много, могу одно подарить на память, хоть вы и не знакомы. Значит, рыжий таки принес. А рыжий? Я недавно видела гараж Пузановского. Издалека, правда, но открытый. Ага. Мне показалось, там стояли «Жигули». Моего цвета. Раечка, надо посмотреть. Как? Ну, замком я управлюсь. Нет, разумеется, если взглянуть на это через интеллигентское пенсне, то вы машины свои никогда не увидите. Что, прямо сейчас днем? Ну, а зачем нам с вами ночь в полумрак? Я предпочитаю дневное время. Рай, поверьте опыту, люди друг на друга почти не смотрят. Правда, я раньше никогда не лазил по гаражам. Попробуем.
Прошу. А Ванька не найдется? Пожалуйста. Спасибо. Ну что, будете караулить? Волга в гараже, хозяин, значит, дома. Вы меня извините, но мне в полдень надо быть в другом месте. Скажите, пожалуйста, а кто вы по профессии? Врач, как вам сказать? Профессия у меня редкая, даже рискованная. Но пока работаю. А вы случайно не из милиции? Рай, не надо, ладно? Ну, извините, может быть, я задаю вам бестактный вопрос. Не сердитесь на меня. Садитесь. Случай не был даже в Тамбове. Да. Ну, спасибо, что подбросили. Если недолго, я вас подожду. Я всегда надеюсь, что недолго. Жду. Вас использовать как дровой транспорт. Да? А мне ловко было вас использовать как дрового взломщика. Поехали. Поехали. Работает сегодня? Не работает. Таскают Маню. Заменили Маню. Эх, парень, даже знаешь, нет настроения выпить. Я уважаю тебя, батя. Thank you.
ваших глазах я читаю вопрос. Да, пожалуй. Категорический вопрос. Когда будем обедать? У вас зверски голодное лицо. Едем обедать? Только по дороге я к приятелю заскочу на секундочку. Вчера этот гражданин предложил мне джинсы. Взяли? У меня принцип от пассажиров ничего не брать. Вы с меня их сегодня даром сняли. Прошу вас, подпишите вот здесь, пожалуйста. Вас тоже попрошу. Большое спасибо. Вы свободны. До свидания. До свидания. Скажите, в котором часу вы его везли? Под вечер, часов в 9. Что было в руках? Ну, чемоданчик такой небольшой, тип кейс. Открывал? Нет. Поскольку от джинсов я отказался. Обождите немного в коридоре. Наш товарищ с вами подъедет. Покажете поточнее, где высадили. Так, именно позавчера он вдобавок к видеоприставке прихватил джинсы. Так что, Павел Павлович, начинаем новый этап. Да, уже третий шофер возил его на Басманную. Чего нам еще? Поднимайте участковых, пусть прочесывают территорию, выясняют, кто у них там балуется с жильцами без прописки. Есть. Мне кажется, что вы уже давно поняли, что здесь никаких угнанных машин. Ходите так ради моего удовольствия. Нет, мне просто нравится. Если бы не вся эта дурацкая история, загорала бы я сейчас на юге. Ой, ненавижу это, варьё всякое. А вы? Я тоже. Ну, а я как кончу все тут свои дела, пожалуй, махну на Всморье. Люблю там отдыхать. Да вы что, с ума, что ли, сошли? Тихо. Директор приехал. Ничего себе. Как вы серьезно оснащены. Дайте посмотреть, а. Знаете, они, по-моему, угнали эту Волгу.
Не. Не возьму я эту машину в обработку. После этой стервы участковый зачастил. Ну что прикажешь? Обратно ее хозяину подарить? Выходит, мы с тыквой задаром работали? Я у вас машину беру. Идет? И куда ты ее денешь? Сожрет. В тихое место поставлю. Там посмотрим. Бегемот деньги достает. Это уж по моей части. Позвольте. Случилось. Я в такой вид, как будто вас из дома выгнали. Напротив. Очень пытались задержать, но я все-таки ушел. И больше я в тот дом не ногой. Вы извините, если я разбудил. Нет, нет, я не спала. Проходите, пожалуйста. Проходите. Я уезжаю, хотел спроститься. Надолго? Думаю, надолго. Через час 10 поезд. А как же я? Наше тело. Да я самому жалко. Не доделал все, что собирался. Такой убыток другу моему. Присесть. Встать. Последний раз.
для третьего упражнения. Вот ты же говорил, что можно без документов. И не отказывайся, дорогой. Человек купил списанную железку. Документы есть, да? Тачки нету, тачки. Без доверенности, дорогой. Как он ее без доверенности в Ростов купил? Ну, ладно, договоримся. Будет тебе доверенность. Между прочим, в обмен на деньги. А я думал, в кредит. Ну, вон она стоит. Ну, гляди, гляди. Ну, смотри, какой тон-то. А исполнение какое? А? Нравится? Резину посмотри. Держи ключики. Хорошо. Обрати внимание. Обивочка, панель. Европа, садись. Выйти из машины, предъявить документы. Честно говоря, ничего с собой нету. Да вы зря беспокоитесь, мы случайно сели. Дверца была открыта. А его я вообще не знаю, у него просто плохо с сердцем стало. Подсядь к арестованному. Ой, сейчас, минуту. Чайку налейте, пожалуйста. Слушай, а тебе страшные слухи. Пойман с поличным, бежал из-под стражи. А, пытался бежать. Значит, крепкие эти ребята в отделении. Я не пойму, это что, было запланировано? Да что ты, злодейская шутка судьбы. Представляешь, участковый засек угнанный автомобиль. Отделение устроило засаду. Я в это время работал с Кузановским, по своей легенде. В результате мы оба задержаны. Вся операция накануне срыва. Ой, как не везет, а? Пересеклись две случайности, ну, представляешь? Зин, трудные минуты мы всегда мыслили коллективно. Пойдем со мной в Знаменск. Ну, конечно, пойдем. Сейчас. Допросил? Допросил. Ну? Кузановский солидный, уважаемый человек. Закружилась голова, ухватился за дверцу. Она открылась, сел в машину отдышаться. Вдруг явился незнакомый брюнет. Видимо, хотел обчистить карманы. Не зря потом удирал. Все. Молодец, Кузановский, сразу понял подсказку. А ты-то на его фоне какая темная личность. Трусил сильно, Паш? Да нет, больше возмущался. Пожилого человека, больного, еще на Петровку. Пришлось намекнуть, что ты по приметам похож на одного бандита. Замечательно. Все гораздо лучше, чем я предполагал. Да чего хорошего? Пах, ну что ты так заводишься? Мы оба в идиотском положении. Что, по-твоему, дальше? Отпускать за недоказанностью. Обоих? Обоих, если ты не решил меня убечь. А ты понимаешь, чем это пахнет? Ладно, Паша, не впервые вывернусь. А что, его Бусановский подозревает? Не знаю, Зина. Этот трюк с побегом. А что было делать? Как я мог уединиться с милиционером? Вот именно это и растолкуют Пузановскому его приятели. Побег я объясню, не беспокойтесь, хуже другое. До меня у них все шло гладко, а со мной сразу забрала милиция. Хотя тут их раз ни сном, ни духом. Нехорошо. Словом, если Пузановского освобождать, тебя надо выводить из операции. Интересно. И все труды на смарку? А новый человек должен начинать с нуля. Не пойдет, Паша. А как пойдет? Ну-ну-ну, не цапаться. А почему, собственно, его не посадить, раз невыгодно отпускать? Рано, Зинаида, рано. Я даже не знаю состава шайки и кто делает документы. Посадить непросто. Это только кажется, что Пузановского взяли чуть не с поличным. А на деле доказательств нет? Да, но если Шурик предстанет в форме, неужели он не дрогнет? Дрогнет, но не признается. Паша, докажи ему, что я не ваш человек. Доказать не могу. А что, если их свести на очные ставки, а?
полученная ставка. Про что? Ну, придумай что-нибудь. В чем-то же у них есть разногласия. А, Паша? Ну, держись, неизвестный брюнет. Ну, я принял валидол, начал отпускать. И тут вдруг милиция окружает, верите? Чуть не начался второй приступ. Верю, верю. Только давайте уточним. Стало плохо рядом с машиной или на расстоянии? Вы знаете, в такой момент как-то уже слабо воспринимаешь, как конечно, бы в тумане. Конечно. Возможно, гражданин сам подвел меня, усадил. Не знаю, не могу утверждать. Понятно. Ну, теперь что скажешь? А что, начальник? Вижу, человек сомлел. Спереди машина открытая. Что такого? Подвел? Думаю, пускай посидит, пока очухается. Имя, фамилию почему скрываешь? От милиции почему побежал? Живот схватило. Сейчас отпечатки твоих пальчиков отрабатывают. Выясним, что ты за птица. От ошибок мы не застрахованы, товарищ Пузановский. Капитан с сотрудниками случайно проходил, вдруг видит номер, который недавно объявлен в розыск. Шипованная резина, а в машине люди. Естественно, дал команду задержать. Возможно, на мое счастье. Еще неизвестно, что этот тип собирался со мной сделать. Ну, слушай, что ты как это, а? Зачем плохо думаешь? Зачем его слушаешь? Товарищ Матвей, просили передать, так как карта неизвестная. Проверим, у нас не значится. Спасибо. Ну, погоди. Ты еще нам попадешься. Прошу подписать протокол. Здесь? Да, пожалуйста. Неграмотный. Сейчас доложу начальству, решим, как и что. Увидите. Прошу. Всего доброго. До свидания. Лучше прощайте. Как-то преступный элемент выдерживает. Допросы, очные ставки. Я уж не говорю суд. Почему не отпускаешь? Что за финт с начальством? Ощущение, что перегнули палку. Для такого деятеля, как Пузановский, попасть на Петровку и шутя отделаться, не заподозрить подвох. Что-нибудь в противовес такое легонькое. Слушай. О существовании некоего автомеханика при тебе не было речи? Наверняка нет. Тогда, может быть, с тобой он это никак не свяжет, и его это ни в чем не уличит. Глазунова? Да, Глазунова. Любопытная квартира. А ты вот это все сама? А кем ты работаешь? Дизайнером. Я закончила художественное училище. Сколько видел квартир такую впервые. Речка.
Ну, коль я остался, давай всерьез за Пузановского браться. Давай посмотрим правде в глаза. Давай. Давай. Жигуленка они твой толкнули. Это, не, все. Ну что, будем вышибать деньги? Как их вышибать-то? Ну, положись на меня, это дело сугубо мужское. Алло? Да. Да, я. Здравствуйте. А, здравствуйте. Да. Ну что, мою машину нашли? А, понятно. Угу. Опознать толстяка? Конечно, опознаю. Ну что, теперь поняли, что это за фрукт? А то я вся такая была мнительная, подозрительная. Арестован или нет? А скажите, пожалуйста, он арестован или нет? Нет, да, поняла. Угу. Хорошо, приеду. Да, всего доброго. До свидания. Я не понимаю, зачем они тебя вызывают. Ну как, ну это же все-таки улика, что я видела его молотком. Рай, какая это улика? Автомобилист поехал к автомеханику. Так. В прошлый раз они тебя ни с чем отпустили. Слушай, если они за тебя хватаются, как за соломинку на Петровке, ничего нет. Попугай этого отпустит. Ну, тогда ему расскажи, что мы узнали. Как мы с тобой в гараж лазили, в трубу смотрели. Комедия. Да я вообще ничего не понимаю, что ты мне советуешь. Так, Раиса, у меня есть план. Давай собирайся, в машине все расскажу. Никого из них не видела, не знаю и знать не хочу. Ну, хорошо. Прошу подписать. Вот здесь, пожалуйста. Все, до свидания. Понятые. Вы свободны. Вас попрошу. Теперь прошу вас. Вот здесь. Здесь, да? Да. Это все? Да, извините, некоторые формальности. Сейчас придет конвой, ваши вещи в изоляторе, там оформят освобождение. Желательно. Увидеть. Да, слушаю. Позвони попозже. Как? Узнала, но не опознала. Весьма странно. Очень странно. Ну ладно, об этом потом. Пузановский пошел собирать вещи, тебе надо поспешить. Что еще, Паша? Вчера без тебя упустили вора. Все, теперь прости-прощай, уехал. Ничего не поделаешь. Ай-яй-яй. Ладно, брат, беги, освобождайся. Неизвестный, давай-ка.
Красный, подойдите сюда, распишитесь в протоколе. Пузановский, на выход. Сейчас, на выход я буду. Претензии есть у вас какие? Нет. Как лицо без определенных занятий места жительства, вы на первый раз предупреждаетесь. В дальнейшем будете привлечены к ответственности. На работу устраиваетесь. Ясно? Ясно. Очень ценная мысль. Всего доброго. До свидания. Пузановский, подойдите сюда. Распишите в протоколе. Здесь? Да. Все нутро ссохлось. Придется тебе угощать меня в долг. За ментов без копейки. Отобрали? Здрасте. Я же их сбросил. Зачем я, по-твоему, зайцем скакал? Ты что, серьезно не соображаешь? Я же шел колеса покупать, балда. С толстой машиной. Хорош бы я был. Болтай потом про валидол. Не сообразил. Плохо. А что ты обострял? Бесфамильный, неграмотный. За алименты я во всесоюзном розыске. Две бабы, как акулы ненасытные, слушай. Хорошо еще, что на брачном свидетельстве пальчики не катают. Но ты гость. Поневоле станешь. А как мы с тобой дальше? Деньги сегодня нет, завтра будут. А ты теперь чем торгуешь? Сегодня нет, завтра будет. Есть хочу. С утра ничего не ел с этой катавасией. Конечно. Это вы? Да. Нам надо немедленно с вами поговорить. Ну, ладно, пошли. Хорошо. Ну, давай, давай, давай. Давай, есть хочу. Прошу. Ну? И какой же у нас с вами будет разговор? Деловой. Ну-ну. Сугубо деловой. Про деньги. Поскольку это надолго, параллельно будем беседовать. А девушка пока полистает журнальчики, а? Хозяин разрешит? Я спросил, хозяин разрешит? Пусть там только больше ничего не трогает. А там больше ничего и не нужно. Кому чего не отдают, зовут меня вышибать. Ну, так прям сразу вышибать. Как ты, интересно, просишь? И за что? Прошу. Слушай, толстомясый, не держи меня за фраера. Или ты что, за голодухи не все сечешь? У тебя в двери сколько замков? Три? Может, ты мне ключи давал?
То-то оно. Стало быть, разговор будет серьезный. Девушке вернешь стоимость «Жигуленка» плюс 10% моей, как посреднику. Плюс за «Волгу», которую угнали твои молодчики. Кстати, моего друга. Очень нехорошо. Какие молодчики, что угнали? Алло. Тань, это я. Все в порядке. На месте. Угу. Начали разговаривать. Я не могу громче. Начали разговаривать. Угу. К черту. Я тебе позвоню, да, через полчаса? Ну, через полчаса, ну, максимум через час. Так, значит, платить отказываешься? Ну, и что тогда? А тогда... Тогда девушка пойдет на Петровку. И расскажет что-нибудь. К примеру. Прочеркнем «Волгу». Номер 2528. МНФ. С шипованной резиной, а? И как ты расплачивался со своими хмырями на стадионе? Сидел на солнышке, апельсины жрал. Так, автомеханику в тот раз ничего не досталось, по-моему, да? Обмывали вы это дело в ресторане «Арагви». Еще чем-нибудь развлечь? Сказать, кто из твоих живет на Краснофлотской 15, а? А про блондинку в зеленом, которая тебя ублажала в прошлую субботу? Сядешь ты, Иван Данилович, на казенные харчи. Прощай пиво, прощай ветчина. А если под твоих уголовничков подскрести, так на высшую меру. Еще все, последнее слово. Да я уже 9 взял, хозяин. Стихи о спорте. Издание второе. Сам. Рылся в ее вещах, да? Зачем ты сюда? Я же... Рылся в его. Мы же договорились вещах, с тобой. Да? Рылся в его вещах, да? Рылся в его богатых вещах. Раис, ну я ж долго тут был. Ну от скуки стал книжки перебирать. Вот он. Деньги тут прятал. Взял? Что тебя шокирует? Что, без спросу? А «Жигуленок» твой не угнали они без спросу? А чем ты тогда лучше их? А? Чем ты тогда лучше их? Ой, боже, 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 боже. Ой, ну что ж ты мне говорил, а? Ты же мне говорил все, что какой-то мужской разговор, а? Мужской разговор, а это что? Ну как тебе это рисовалось? Не знаю. Я не знаю, понимаешь, я не знаю, я не знаю. Я думала, может быть, ты его напугаешь как-нибудь моими, там, нашими этими сведениями, или, ну, я не знаю, на худой конец, по роже ему. Ну это же тебе уголовная статья. Ну... Шантаж, нанесение телесных повреждений. Ну ты... Сотвину, чем ты, сволочь? Супчиков, значит, своим будет вызывать. Сколько до этого блатняк езды? Mm-hmm. Ну, до пути глазу такого. Mm-hmm. Ну, 20-25. Через 20 минут здесь нас не должно быть. Но пустой отсюда. Не выйду. Леша, пожалуйста.
А куда не сказал? Юру попросите. А где он? Как вернется, пусть срочно позвонит Пузановскому. Пузановскому, Пуза! Молоткова попросите. Да плевать, что занят, у него дома ЧП. Боря, Боря, в пожарном порядке ко мне срочно, понял? Где Леша с тыквой? Точно? Ну давай, жми. Леша с Юрой? Да, если можно. Леша! Леша, ты мне позарез с тыквой. Срочно! Да, Леша, некогда, серьезный случай. Через сколько вы будете? Да нет, нет, Леша, это долго. Давай через 10. Все. Нормально. Какого урна вы распоряжаете? Прямо из-за стола надо, с куском в глотке. Ладно, быстро смотаемся и вернемся. Рвался. Не можешь остановиться, да? По-твоему, лучше оставить это бандюгам. Лишнюю в милицию сдадим, там разберутся. Беша, блин, на ноги. Алло. Нет, вы не туда попали.
Пришел человек, все знает, не понимаю. Очень удачно прервал наш тет-а-тет с хозяином. Не могу я успокоиться. Теперь их трое. Поподробнее. А что насчет высшей меры? Ты так сболтнул. Что делать будем, Леша? Мочить. Сдурел. Леша, отбить гаду печенки, отобрать все, ее припугнуть и вся любовь. Легко живешь. Мы тут одного шашлыка в речку уронили. Собака, уголовник! Уголовник! Учтите, я за вас не в ответе! Да он пузо к тебе шел. Он деньги тебе нес. Так что вроде и ты причастен. Мочить. Мочить? Идиот, ты что, с ума сошел? Все эти инструменты, это что значит? А? Кто я? Ох, ошиблась ты со мной, Раиса. Я же вор. Оторваться. Откуда ему про шашлыка знать? А откуда про остальное? Ты слушай, отнесись трезво. Если сгорим и впрямь вышка. Леша. Ну, не здесь же. Не у меня. А где? Потом вывезем. Я не понимаю, как ты так мог со мной? Как свои отмычки меня используют? Я вернул до копейки на вашу минуту, клянусь этим. Не плачь ты. Тебя не проклят. Эти деньги. Да не плачь, я тебя прошу. Не доставляй этим гадам удовольствия. Давай с тобой по-человечески поговорим. По-человечески. О чем ты уже со мной поговорил по-человечески? Ух, дорогу я сейчас заплатил, чтобы тебя не встретить. Я же один должен быть. Мне привязываться нельзя ни к кому, ни к чему. Зачем? Мне про все сказали сейчас. Зачем? Зачем вы мне сказали? Не знаю. Зачем вы мне сказали?
Я не знаю, наверное. Наступает момент, когда надо сказать всю правду. Про себя, про все. Гулял. Красовался. Думал, что так и надо. Но как же иначе? А если жизнь вся кошки под хвост? Если все равно подыхать, как собаки? Может, все на YouTube? Может, нужно-то было все по-другому. Выпьем за благополучное окончание. Пусти меня вперед. Раз-раз и иди, руки мои. Зачем сырость в комнате? Врубим музыку погромче. Пузо, и ты ее. Вот так. Угу. Оп, и в ванну. А мы его. Леша, ну почему же я? Это же Борис во всем виноват. Ведь с него же все пошло, он же нас подвел. Вот пусть он приезжает, он, а Леша, я же не могу. Я не умею. Учиться надо. Леша, я не могу. Ладно. Подождем механика, 5 минут ничего не решает. Пусть он. Ему это полезно. Скажите, пожалуйста, как мне позвонить следователю Знаменскому на Петровку? Это очень срочно, по его делу. Так. Так, секунду. Саша, безумный день не кончился. Срочно зайди ко мне. Так, как вас зовут? Ага. Адрес? Слушаю дальше. Понимаете, нужно срочно что-то делать, срочно. С ней что-то случилось, я это чувствую. Она давно должна уже была позвонить мне. Да, знаю, они пошли давить на Пузановского. Давить, ну как давить на Пузановского? Они собрали факты, понимаете? Факты против него, да. Знаю. Да, это тот человек, который, ну, подбил ее отказаться от показаний на опознание. Он, ну как, я не знаю, они всего с неделю знакомы. Успокойтесь, спокойно. Лазунова с каким-то человеком отправился выколачивать деньги из Пузановского. Возьми трубку. Да-да, не волнуйтесь так. Скажите, факты, которыми собирались давить... Хорошо, назовем мужской разговор. Эти факты действительно могли напугать Пузановского? Да-да, примем меры. Пора вмешиваться. Еще бы. Я звоню дежурному по городу. А я Пузановскому расшифровываюсь. Черт, еще сегодня утром мы 3 узла завязывали, чтобы его отпустить. Говорит следователь Знаменский. Прошу направить оперативную группу по адресу. Иван Данилович, по вопросу твоей жизни и смерти. 28. Это тот брюнет, с которым тебя сегодня задерживали. 42. Слышу голоса, шум, драка. Двое чужих пришли качать права, верно? Помолчи, я дело говорю. Слушай внимательно. Я не неизвестный. Я майор из уголовного розыска. Квартира окружена. Я тебя предупредил, ты понял. Не набирай себе лишних статей, Иван Данилович. За все будешь отвечать первый. Скажи своим, чтобы я слышал. Ребята, все, мы засыпались, милиция. Жду. Громче. Вот так, молодец. В порядке исключения разрешу тебе взять в камеру побольше колбаски. Понял. Патруль подъезжает. Иван Данилович. Сейчас тебе позвонят в дверь. Открыть немедленно. И не сопротивляться. Открой дверь!
Товарищ майор, вот застали. Форменная поножовщина. Разберемся. Фасадом прошу. А, Юрочка, наручники. Недолго на свободе погулял. Но зато душу отвел. Это да. Все-таки вы мастер. Золотые руки. Ближе, ближе. Иван Данилович, быстренько вспоминай, где сбережения. А то придут понятые, начнем обыск. А так добровольно выданное зачтется на суде, как вид раскаяния. Давай. Нечего мне выдавать. Все выгреб вон тот, длинноногий. Повернитесь. Встречу. По всем разумным расчетам, вы должны были уже подъезжать к Батуми или к Норильску. Начнем работать. Да никакого ареста я не испугался. Ну, что, мне просто удивительно, как вы вообще можете верить этому преступнику? Вопрос не в том, чего вы там пугались или не пугались. Вопрос, была ли кража и признаете ли вы своими перечисленные Царапову ценности? Ну, слушайте, ну откуда у меня такие вещи и такие деньги? Ну, ну как вы можете это подумать? Это же просто смешно. Записываю в протокол. От вещей вы отказались. Одну минуточку. А вот они вообще куда идут потом? Как бесхозные поступают в государственный доход. А я отказываюсь. Это не мои. Подпись. Пропуск.
Воровская морда! Но такого грех не почистить, Павел Павлович. Давайте не будем строить из себя Робин Гуда. Ну, последние рубашки я не отбирал. Ой, Ли. А в Донецке, к примеру, трудовая семья, четверо ребят. А вы забрали получку и не постеснялись. Из спецовки вытащили. Знаете что, Царапов, мы подводим итог, но одна загадка в деле осталась. Павел Павлович, по-моему, я все чистосердечно. Да, сейчас вы чистосердечны. Даже выдали котел с деньгами, которые закопали в лесу. Но вот накануне ареста дерзкая кража, потом удирали от нас через балкон. Как понять это превращение? Побили крепкого Пузановского. Поумнел. Ежели заяц... Давайте не будем. Про зайца не будем. Я серьезно спрашиваю. Ну, ежели серьезно, то разговор не будет. Нет? Нет. В ту сторону поезда не ходят. За этот город отвечаем, отвечаем за спокойствие людей. Пусть они всегда улыбкою встречают и вечернюю зарю, и новый день. Если нужно, значит нужно, пусть над головой летят года. Наша служба будто сердце, отдыха не знает никогда. Мы на службе, как в бессонном карауле, нашу правду защищать нам и хранить. Если нужно, мы встаем навстречу пули, чтоб чужую жизнь своею заслонить. Если нужно, значит нужно, пусть над головой летят года. Наша служба будто
сердце отдыха не знает никогда. Наша заповедь и долг наш самый главный в жарких полднях и просительных ночах, чтоб сияли справедливостью державной милицейские погоны на плечах. Если нужно, значит нужно, пусть над головой летят года. Наша служба будто сердце отдыха не знает никогда. Наша служба будто сердце отдыха не знает никогда.